четвертой серии сериала «Скажи что-нибудь хорошее». Георгий уже несколько лет консультирует Липатова. Сближаясь с ним, теперь они полноправные партнеры. У Георгия собственная клиника, Паша проходит стажировку в Англии. Евгения и ее мать Римма Геннадьевна живут в полном достатке. Евгения в статусе прима оперного театра готовится к партии «Тоске». Своими успехами они обязаны Максиму Липатову. На вечере памяти матери Георгия появляется банкир, который намекает Евгении на истинный источник дохода ее супруга. Несмотря на то, что Евгения уверена, что талантливый врач теперь может зарабатывать хорошие деньги честным трудом, в ее душу закрадываются сомнения. Тем временем авторитет Георгия растет не только в медицинской сфере. Без его участия не проходит ни одна сделка. Липатов понимает, что взрастил себе опасного соперника, к тому же у того есть семейное счастье и любимая жена, которая должна была достаться Липатову. Посмотреть очередную серию вы сможете 9 декабря.